Мне без разницы, как все играют, потому что главное и учиться играть. Они говорят, я круче! Да, мы сейчас берем интервью. А лучше затыкаться и не говорить об этом. Мы сейчас берем интервью у одной знаменитости, у известного музыканта. Его зовут Яромир. Вот. Я не знаменитый. И он, ну, я да начали. Ладно, что скромничать-то. И я 2 месяца учусь. Да, он учится 2 месяца, но уже очень крутой. Он уже очень круто играет. Кстати, я иногда в футболе, в общем, лампу разбивал в нашем доме. Там починили. Что сделал? Лампу разбивал мячом. Ой.